Да, немножечко о нас рассказал ведущий. Продолжим. Вообще, мне было очень приятно, что меня пригласили не как паркинг. Это группа, в которой я уже выступаю. А что ты меня бьешь по коленке? Просто. Это группа, в которой я играю вот с этим молодым вот этим человеком. Это ударник. Сам я выступал раньше как Джон Телл. И если паркинг, ну, совершенно правильно сказали, что паркинг все-таки больше играл на той сцене большой. И в формате таком поп-панк, украиномовный, такие песни для битбитки. То чем же я занимаюсь у Вильни від паркинга часто? Сьогодні ми трішечки пограємо таку музику, на якій ми зростали, і дуже мені приємно і важко починати після чудового Брайана Сетзера, який для мене один з моїх зірців. Але ми будемо намагатися створити, все ж таки почати створювати новорічний настрій. І зіграємо сьогодні вам декілька пісеньок. Здебільшого кавери, але я думаю, що під кінець ми тут ще на сцену запросимо таку у нас тут маленький сюрприз є.